Свои сертификаты о прохождении первого модуля обучения школьники получают с волнением. Позади 4 месяца плодотворной учебы, впереди продолжение. Проект «Путевка в жизнь» был запущен в сентябре. Он предполагает 2 года обучения без отрыва от школьной программы. Восьмиклассники из 1-й, 3-й, 5-й и 8-й школ города Одинцова осваивают профессии контролера сберегательного банка и слесаря по ремонту автомобилей. Проект очень интересный. Проект очень современный, и поэтому, я думаю, ребята безумно рады занятиям, потому что это совершенно другая ниша, это профессия, это возможность все потрогать, все попробовать. Им нравится, и я думаю, что мы будем продолжать. Площадкой для реализации подмосковного образовательного проекта стал Одинцовский техникум номер 18. Его база позволяет получить практические навыки профессии. В технической лаборатории ребята изучают устройство автомобиля. Профессия автослесаря пришлась по душе многим мальчишкам. Некоторые мечтали о ней с детства. Мне очень нравилось заниматься автомобилями с самого детства. И дальнейшую свою жизнь я бы очень хотела связать с профессией автомеханика. Я узнала очень много нового строения автомобиля. И я считаю, что даже могу собрать некоторые детали. Участие в образовательном проекте принимают 30 школьников. Часть из них осваивает профессию контролера сберегательного банка. В течение первого модуля обучения ребята занимались по субботам не более 2 часов. Я хочу стать контролером банка и хочу дальше заниматься этой профессией. Я узнала многом, как заполнять платежи. Я знаю, какие бывают карты кредитные. Я научилась достаточно многому, тут слишком много даже не перечислить. Впереди у школьников каникулы, а дальше второй этап обучения. В проекте «Путевка в жизнь» принимают участие более 7 тысяч школьников Подмосковья. Они осваивают 46 профессий. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».